Привет, меня зовут Эд, и сегодня я продолжаю свою обширную серию по методам, средствам, народным рецептам и домашним рецептам для того, чтобы наши пяточки были нежные, красивые и привлекательные. Все ссылки на предыдущие мои рецепты по этому направлению вы найдете под любым из видео данной серии. Я собрал самые эффективные рецепты для решения этой проблемы. И эти рецепты я посвятил вам. А метод на сегодня такой. Если у вас пяточки в хорошем состоянии, вы постоянно за ними ухаживаете, то вам, конечно, процедура распаривания необходима будет только время от времени. И то в некоторых случаях. А сейчас будет отличный просто рецептик по уходу. Берем яйцо, куриное обычное яйцо. Отделяем желток от белка. Нам сегодня необходимо будет белок. Дальше нам необходимо будет 1 чайная ложка свежевыжатого лимонного сока и 1 чайная ложка с горкой картофельного крахмала. Хорошо размешиваем эту нашу смесь. После этого, в принципе, можно просто хорошо помыть наши ножки, помыть наши пяточки, помыть наши ступни и нанести данный раствор, данный целебный состав на пяточки. Можно также нанести и на другие части стопы. Значит, но идеально, в принципе, если вы работаете и со стопой, сделать какую-то аппликационную ткань, такую удлиненную, и приложить. Можно отдельно, отдельно на пяточки, отдельно на стопу. Если вы работаете с пяточками и со стопой. Если только с пяточками, можно нанести непосредственно данный состав как на саму пяточку, так и можно нанести на аппликацию, а потом аппликацию приложить и зафиксировать стретч-пленкой. После этого, в зависимости от того, как вы проделали эту процедуру, надеваем или носочки, или просто, если вы намазали, можете поставить свои пяточки и немного отдохнуть. Где-то минут 30 достаточно будет. Если вы же одели носочки и применили стретч-пленку и аппликационную ткань, значит, можно походить в таком состоянии, ну, часик, даже два. Если вы постоянно работаете с таким рецептом, там, хотя бы раз в неделю, можно даже иногда его оставлять и на ночь, попробовать оставлять и на ночь. Одевайте носочки и бай-бай. Дальше, после того, как вы подержали определенное количество времени, от 30 минут до практически всей ночи, вы осторожно просто смываете водичкой, можно промокнуть, но лучше сесть и просто посидеть. Мыло использовать не нужно. Смываем водичкой и ждем, пока все высохнет, или в крайнем случае полотенечком промокаем. После этого наносим свой любимый крем для ног или используем хорошие свежие базовые масла. Еще раз повторяюсь, какие это могут быть масла. Это может быть масло семечек тыквы, это может быть льняное масло, это может быть кунжутное масло, это может быть масло зародышей пшеницы и другие базовые масла. Также это может быть наше любимое касторовое масло, тоже очень хорошее. Оно очень жирное и хорошо питает и размягчает нашу кожу. Его очень хорошо, кстати, использовать, не просто намазать и дальше там ходить и так далее, а намазать отдельно его после всех наших процедур и опять, например, закутать его в стретч-пленку
или приложить сверху аппликацию, потом стретч-пленку, и еще раз одеть на часик, на два наши носочки. И тогда эффект будет колоссальный и максимальный. Вот такой отличный сегодня рецептик от Эда для ваших пяточек и для вашей красоты я вам и поведал. Спасибо за внимание. С вами сегодня был Эд. До встречи на моем канале завтра. Ставьте мне пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями данным видео в соцсети. И до встречи завтра. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему дому.